То, что человек сидит в инвалидном кресле, не значит, что он не может ездить на мотоцикле. С таким настроем механик из Индонезии собрал пятиколесный байк для людей с ограниченными возможностями. Казалось бы, что инвалидность и езда на мотоцикле – вещи несовместимые, но оказывается, это далеко не так. Это, конечно, не первый байк для инвалидов, но зато наверняка самый дешевый. Механик Катур Бамбанг лишился обеих ног после производственной травмы. Однако надежды ездить вновь никогда не терял и разработал собственный мотоцикл для людей с ограниченными возможностями. Сейчас он зарабатывает на этом деньги. Одна такая машина стоит около 300 долларов. Мы уже собрали десятки таких мотоциклов, и маленькие, и большие. С каждым разом мы делаем их более модифицированными и безопасными. Жена Катура Бамбанга тоже инвалид. Она не может ходить после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Ее супруг собрал спецмотоцикл и для нее. По словам женщины, этот транспорт облегчил жизнь многим индонезийцам с ограниченными возможностями. Мой супруг занимается этим не только ради финансовой выгоды. Нет, нам тоже приходится нелегко, и мы понимаем других людей с ограниченными возможностями и хотим им помочь. Катур Бамбанг – отличный механик, работает быстро и качественно, говорят клиенты. За месяц он конструирует до 7 таких мотоциклов. Асем Хасенкоза, 24 KZ.